Приветствую, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Бывает такое, что люди приезжают в Сочи, живут счастливы и так далее. Но вот родственники переезжать не хотят. И тогда вынуждены уезжать к родственникам. Потому что по-разному же бывает. Надо ухаживать за родителями, которые уже в возрасте и тому подобное. Мои клиенты сейчас продают квартиру. Да, они ее брали, эту квартиру, 3 года назад. Сделали ремонт. Но сейчас переезжают ближе к родителям, потому что родители не хотят переезжать в Сочи, во-первых, потому что уже возраст, во-вторых, потому что здесь, как многие соседи говорят, которые ни разу не были в Сочи, все очень страшно и тому подобное. Давайте посмотрим с вами квартирку, интересная квартира у нас находится в центральном районе центрального Сочи, в Хостинском районе, ладно, хорошо, находится на улице Транспортная, и данная квартира без малого всего лишь 40 квадратных метров. Что интересного в этой квартире? Здесь свеженький ремонт. Да, не могу сказать, что супер вау дорогой. Нет, обычный ремонт, хороший, добротный и недорогой. Соответственно, есть такая кухня большая, гостиная с зомбоящиком. Единственное, что здесь еще пока газ не подключен, да, пока вот идет опрессовка, все, поэтому не заказывали кухню, чтобы потом не было там никаких там проблем. А так, в целом, мебель остается, телевизор только не закрывает, забирает с собой. Ну и, конечно же, здесь еще есть спальня. Учитывая, что в этой квартире жили два ребенка, два взрослых, в принципе, помещались, и многие из вас тоже здесь уместятся. Окна в пол есть, соответственно, комната-то расширена, здесь был такой побольше, балкон, застеклили. Ну и по итогу, что у нас получается? Вот такой вот балкончик еще остался, вид на соседние дома, ну и, конечно же, вот здесь тоже там много чего такого интересного имеется. Подъездные пути сюда хорошие, единственное, что здесь небольшая горка, косогорка, которую вам придется преодолеть, ну а в целом все остальное, я считаю, ну нормально. Опять же, да, кто-то спросит, да, какая цена? Хотелось бы, конечно, такую квартиру купить там 1 000 000 за 2, но таких цен в Сочи нет, вы сами понимаете. Мне вот сейчас предложили кладовку 1,5 квадратных метра, это просто жесть, извращение, да, по-другому не назовешь, острые мечты на моем этаже, и предложили мне ее за 1 200 000. И, кстати, самое интересное, что я думаю вариант и куплю, наверное, потому что там нужно хранить мне лыжи, там еще что-нибудь, ну и так далее. В общем, просто кладовка стоит 1 000 000, там, ну, в общем, сторговали за 1 050 000, 1 050 000. Здесь же эта квартира сейчас стоит без малого всего лишь 9 800 000 рублей. Торга нет от слова совсем. 40 квадратных метров. Кто-то скажет дорого, кто-то скажет очень дорого. Нет, ребят, за эти деньги вы можете купить, к примеру, квартиру в жилом комплексе Гранд Парк. 36 квадратных метров. За эти деньги вы можете купить, к примеру, себе... Ну, что вы еще можете купить? Да ничего вы особо даже купить себе не сможете. Было бы, что предложить, я с большим удовольствием предложил бы. Как бы ценник, я не могу сказать, что прям низкий. Нет, он по рынку, как бы здесь есть предложение с ремонтом, но без техники, без мебели, за такие же деньги. Ну, реально за такие же деньги. Я специально не включаю свет, чтобы вы понимали, что квартира в любом случае светленькая. Здесь хорошо и комфортно. Ну и в целом, да, здесь статус у нас идет жилое помещение, статус идет не квартира, но прописка есть, потому что все члены семьи здесь прописаны. И в целом хороший, беспроблемный дом, где жить, мягко говоря, дешево. То есть, например, вот вы присматриваете квартиру для своих родителей, да, если там у них там пенсия 12-13 тысяч, если не хочется, чтобы за коммуналку отдавали не половину пенсии, то вот этот вариант можно рассмотреть. Потому что коммунальные платежи в данной квартире всего лишь там 1600 рублей. Там сюда входит и вода, и электричество, и, конечно же, канализация, обслуживание и так далее. В принципе, этот дом недорогой в содержании. Квартиры тем более. Здесь все центральное, за исключением вот газа, который еще пока не подключили. Ничего страшного, я думаю, осенью подключат, потому что у нас в газовой службе в городе Орске, ой, в городе Сочи, извиняюсь, были небольшие изменения, и все договора, которые были заключены, были переделаны, и, в общем, такая тягомотина, да, такая жесткая бюрократия. Как бы так. В любом случае, здесь у меня много клиентов, которые купили квартиры в данных жилых комплексах. Они все довольны.
от них очень много всевозможных рекомендаций. Но вот, знаете, нужно сейчас собственникам жилья переехать, потому что все-таки родители они одни, и за родителями нужно ухаживать. Хотя они у меня и для родителей в том числе покупали квартиру, но родители наотрез отказались переезжать в прекрасный город Сочи, потому что в своем родном городе у них как бы друзья, знакомые и так далее. Не готовы они менять свой загазованный город, своих прекрасных родственников, например, на прекрасный город Сочи. Поэтому, ребят, если вдруг нужна квартирка с ремонтом, хочется заехать и жить, да, здесь потом кухню сделайте, там по мелочи, в принципе, сделайте, остальное все здесь, в принципе, добротно, то обращаемся, с большим удовольствием помогу вам приобрести. Итак, ребят, 9 800 000 рублей, 40 квадратных метров с ремонтом, с техникой, с мебелью. Ну и самый главный плюс данной локации, то что на общественном транспорте в течение 8 минут вы можете доехать до остановки «Мелодия». Это самый центр. Если, например, мы посмотрим в центре такую квартиру 40 квадратных метров где-нибудь там в районе морского порта, то она вам обойдется минимум в 30 миллионов рублей. Здесь же вы получаете чуть дешевле. Да, мы хотели ставить 10, но 200 тысяч оставили на мебель, на кухню. Как бы 200 тысяч она дороже стоить не будет. Поэтому, ребят, если вдруг у кого-то есть огромное желание переехать в Сочи, купить квартиру с ремонтом, то данный вариант, думаю, для многих подойдет. 9 800 000, и эта квартира будет ваша. Всем добра и пока.